Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Don't Starve. И, в общем-то, у меня тут тактика созрела. Ну, в общем, я ее подглядел, слэш дополнил на ютубчике по убийству пчеломатки. И мы сейчас пойдем кое-чего там такого интересного делать. Мне приглянулся этот вариант убийства. Если он проканает, то будет вообще здорово. То есть мне понадобятся вот такие вот деревянный заборчик. Это надо нам веревку и ветки. Этого у нас есть добра, поэтому чё бы и нет. Сейчас я расскажу, покажу. Но, наверное, это будем днем делать. Сейчас мы подготовительные какие-то опции сделаем. Мероприятия, да, так сказать. Кстати, надо подъесть. Окей. Кстати, тут появилась возможность перевыполнить головоломку, кто не выполнил, на вот этот вот факел теневой. И там еще на новые предметы, которых у меня еще пока что нет. Ну, скины для предметов, поэтому, если уж что, то смотрите. Смотрите, можно это сейчас перевыполнить. Гайдик уже, кстати, Жека дрожжи запилил, у него на каналчике есть. Вот. Я, соответственно, уже делать его не буду, этот гайд. У Жеки там все хорошо, подробно рассказано, поэтому глядите, если вам интересно. Такс. И дальше. Ну, кто не знает, Жека Дрожжа есть у меня в каналах. Кто вдруг не в теме. Так, окей. Давайте еще еды заготовим. Давайте пожарим вот это мясо, которое у нас что-то очень быстро начинает портиться. Я бы хотел, наверное, еще вареников замутить, чтобы чисто покормиться немножко. И заодно птицу покормить, а то у меня птицы почему-то не живут. Не знаете почему? Ну, знаете. Так, жди. Серьезно? А, я уж думал, она просто сожрала. Типа с голодухи. Нифига не вернув. Этого я не одобряю. Давай, нам надо именно... Оп-оп-оп. Еще вареники подъесть. И пойдем топ-топ-тактики мутить. Тыкс, тыкс. Штыкс. Что получается? Варенички. Аллилуйя. Давай их добывать. Ну и получается, нам ветки нужны, трава нужна. И все это в больших-больших количествах. Потому что заборчиков много надо будет. Давай сейчас подумаем. То есть это 10. Да, это мало. Слушаем. Ну, посмотрим, короче, насколько это реально вообще. Ну, что-то подсказывает. Вот, допустим, я даже десятку сейчас заделаю. Да, и потом мы сделаем десятик этих заборчиков. Там еще надо будет дверь сделать. И, короче, да. Что-то мне подсказывает, что это такая затея, короче, серьезная. Ну и все-таки пчеломатка, ее вот так вот просто перепугу не убьешь. Клаус у нас на зиму ушел. Ну, если все с ним срастется на самом деле, потому что его-то тоже убить не так просто. Хотя его, наверное, попроще будет, чем пчеломатку на самом деле вшатать. Потому что она вот за счет своих трутней. И вот эти все заборчики нужны будут именно для того, чтобы развести пчеломатку с ее вот этими трутнями. Вот как-то с этими целями. Так, подожди, подожди, подожди. Давай возьмем вареники. Рубанем. И где-то Честер был. Кто помнит, где его убили? Его где-то собаки сожрали. То ли внизу, то ли где. Давай искать. Помню, что его сожрали. Я не помню где. Где-то тут батл был, и он, короче, погиб у нас. Либо же, наоборот, там вверху. Подожди, я вот тут бегал. Там где-то броню бросил. Или чё, куда Честер продолбался? Чего на карте не вижу? Так, я вообще должен видеть Честера на карте? Ну, по идее-то, да? Здесь мы вот морковку замутили. Так, вот это странно. Где вообще Честер? Давненько я просто не играл, был небольшой перерыв, и что-то я этот момент упустил из вида. Всю ночь я бегал, травку собирал, немножечко насобирал. Давай сделаем первый наш вот этот вот деревянный забор. А, их вот сразу 6 мутится. Слушай, я тут что-то думал, что их маловато будет. Это 60 заборчиков, этого может быть плюс-минус хватит. А то я что-то думал, это какая-то нереальная задача по ресурсам. А так вполне все реально получается. Так, жди, где у нас Честер отъехал? Это самый интересный вопрос, потому что я в упор не помню. Надо будет серию пересматривать, чтобы вспомнить. Потому что я его не вижу. What the fuck? Ладно, неважно. Давайте делать нашу штуку вот эту вот из заборчиков. То есть ее надо будет огородить.
Такс. Сделать для нее потом дверь. Она, получается, будет в эту дверь вылетать. Такс. Так, подожди, а как? А как забор развернуть? Хороший вопрос. И, в принципе, наверное, вот так. Чё, мимо? Как-то вот так можно. Их надо больше явно. Тут задумка в чем? Получается, мы ее будем потом, когда приводить в чувство, она встанет, мы тут дверку сделаем, выбежим, тут у нас еще кролики будут помогать ее бить, она перелетит через забор за нами, а трутни тут будут через сеть лабиринтов пытаться выбраться в идеале, если все пойдет как надо. Такс. Вот. Черт. Это было нечаянно. То есть, получается, в поворот мы можем зайти этим забором. Никогда им не строил особо. То есть, ну, фиг знает. Что-то вышло. Ёптыш, у меня ж мясо! Серьезно! Драные кролики, я же забыл про вас. Господи, я заблудился. Мясо, нет, нет. Все, нету, нету мяса, отцепись. Псин тупая. Блин, не любил никогда эти заборы строить. Такая-то ересь. Все, отцепись. Долбаные кролики, а. Вот вам ценный мех. Ладно, погнали. Будем пытаться дальше забор. А, кстати, что я, кстати, вот эту, да, не взял? Трость в руки. С тростью как-то было бы, однако, поэффективнее убегать. Ну ладно, возвращайтесь. Готово. Вот злыни, а. Ладно, они хотя бы будут тут летучих мышей раз... Блин, мне мясо подобрать нельзя, да? Вы же их не одобрите. Так, ну как-то так строится. Предположим. В принципе, нормас, ладно. Еще дверь надо придумать. Так, придется камерой тут покрутить. Не очень люблю это дело. Крутить камерой. Блин, а тут дырень. О, заделали. Такс. А, подожди, я что-то чересчур увлекся заделыванием. Мне здесь еще проход нужен будет. Давай мы деревянный забор дальше продолжим. Это такая ловушка для шершней, получается, для трутней. Вот. И причем тут надо прям серьезно такой лабиринт мутить. Я чувствую развлечение надолго. То есть получается оп. Оп. И здесь... Блин, фиг бы знал. Пет. Еще и крол. Ну вы серьезно? Я тут строю между делом, не? Всем плевать. Здесь, по-моему, криво построил. Ладно, дверь сюда, надеюсь, встанет. Черт. Как строить этой фигней? Ну давай. Я так понимаю, вот это самый сейвовый вариант. Блин, мне бы еще этого пета убрать. Серьезно. Твою мать, из-за пета приходится обходить. Ты вот этот не шутишь, да?
А тут морковка. А нам, получается, надо вот так вот лабиринт вести. Только его надо как-то поближе располагать. А, надо пытаться что-то с этим сделать, короче. Жесть какая-то. Ладно, пошел я пока до базы. Не так просто это, как казалось бы, сделать. Но в любом случае я одухатку кроликов разрушил. Она, получается, мне там только мешается. Еще вот и морковок раздобыл. Хвосты мы пока поскладируем. Не знаю, может быть еще пригодятся. И нам надо дверцу сделать. И посмотреть вообще, дверца-то у нас зайдет. Нет, туда. Что там, одна веревка. Ну давай, зато у нас дверцы. Ну вот деревянные эти воротца. Все, мы их можем туда впихнуть. И в общем-то смотреть что да как. И надо перекусить, а то нам там-то эти крылы нам ничего не дадут перекусить. Единственное, что может нас перекусят, это да. Заодно варенички подхиляемся. А тут что-то как-то не кисло они нас, да? Успели шинкануть. Вообще можно поспать. В принципе, я успею в каком-то объеме здоровье себя восстановить. И потом можно будет смело бежать, пытаться что-то там достраивать, по всей видимости. Я не знаю даже. Ну, я была, как говорится, печали. А уже собаки к нам примчали, блин. Сейчас, блин, будет батл. Так, помчались. Веселье ждет. Праздника вкус всегда настоящий. Батл с собаками. Этими злыми. Корми, а грызть. Давай вы дружно там умрете. Блин, а чё вас так много, серьезно? Так, так, так. Их реально много. Блин, я даже одну шапку убить не в состоянии. Что ж ты будешь делать? Ладно, убил. Так, танчим. Е-е-е. Блин, они мне тут все ломают. У-ху! И меня разматывают. На, минус. Так, вот сюда. Сюда влить дамаг. Опа, вливаем, отлично. Что тут? Опа, мансим, мансим. Мансим! Манси пока молодой. И заманси их. Ладно, мясо добыли. Клыки, блин, приходы собак все жестче и жестче. Просто что-то невероятное. Надо, да, систему обороны мутить. Блин, что-то я устал от пета, знаете ли. Пойдемте-ка мы его сбагрим. Он мне порядочно достал. Просто тотально меня достал, правда сказать. Так, пойдем, пет. Петский пет. Эх, ни разу не сдавал петов прям так, чтобы с концами. Ну, что-то толку как-то не очень много от этого пета. Ну, побегали, покрасовались, ну что, Dragonfly убили, как бы все хорошо. Пора бы и честь, наверное, знать, потому что от него больше проблем, блин, чем польза. Так, где этот домик? Ага, рядом. И зонтик. А зонтик у меня там остался. Так, отказаться. Давай откажемся. Все, адьос, амигос. Достали питомцы. Ну, давай сваливать лучше. Пойдем стройку лучше мутить. А, у нас там минус дом кроликов, конечно же. Это немножечко неприятно. Но ладно, это в принципе жить можно. Нам главное вот эту как-то ловушку нашу выстроить и проверить, вообще она работает. Нет, вот у нас деревянные ворота там встанут. Нет, если не встанут, то это вообще беда. Конечно же будет. Ну, давай спрячем, чтобы они не портились. Все-таки там мясо портится, ладно. Тут еще у нас мясо-монстр подъехало. Шикарно. До ночи еще далековато. Что-то у нас дерева много. Дерево мы пока что похороним. Пускай будет у нас. Никуда не девается. Клыки надо было бы тоже скинуть, ну ладно. Здесь нас кролики плюс-минус защищают. А мы можем попытаться... Фикс. Ага, ну, как сказать. Враг не пройдет, я думаю. Да, враг не пройдет. Ну, строитель из меня, конечно, такой. Очень специфический.
Ну да ладно. А почему вот здесь оно ровно не встает? Либо я что-то не понимаю в этом заборостроении. Так, давай, фигаш, вот здесь. Да ёпт. Серьезно? В смысле, а чё ты рядом не встаешь? Там фишка в том, что должно быть все же вроде как бы, ну типа рядом. А тут что-то у меня какие-то проходы получаются километровые. Вот здесь вот вроде нормальный, но на этом вроде бы и все. Так, может какая-то еще составляющая есть? Может, чуть не догоняю? Так, вот это что вообще? Указатель. Вот ты кто? Может, ты нужна? Не, ну здесь не идет стройка, слушай. Давай снесем. Кораллы, я вас тоже пофикшу. Будете тут бегать у меня под ногами. То есть, ну, получается вот так. Еще худо-бедно. Встает. Ну, что-то мне подсказывает. Возможно, я какую-то деталь не использую. Конкретно в постройке. Что-то мне подсказывает именно так. Потому что у меня очень странный лабиринт. Ладно, хоть какой-то. Я надеюсь, что кролики нам чем-то помогут. По идее, шершни не должны пролезть. Вот что-то такое у нас вырисовывается. Ладно, это я пока поберегу, короче. Фиг его знает. Задумка какая. Заходим. Шиндарах-шиндарах. Шершни такие, ю-ху-ху, ю-ху-ху. Они тут еще тупят там что-то. Ю-ху-ху. Но тут надо гораздо-гораздо больше еще выстраивать. В принципе, по ресурсам это не так и затратно. Но план какой-то такой, короче, с этой темой со всей. Единственное, что что-то реализовать. Саму постройку оказалось внезапно сложно. А не вот именно добычу, скажем, материалов каких-либо и так далее. И куда я Честера девал? Что-то его так нигде не видно. Ну ладно. Что у нас вообще по ресурсам получается? Я клыков надобыл. У нас что по клыкам? У нас клыков трындец сколько. Лады. Так, вот это тоже сюда тогда. Ну и дрова, само собой, пока что сюда. А еще есть минусов то, что я сейчас намокаю, конечно, не кисло так. И как я внезапно снял вот это. Давай немножечко посохнем. У нас еще, кстати же, швейный набор где-то был. Надо бы его взять да починить зонтик. Надо посмотреть, если нет, то надо, наверное, сделать. Логично же, да? Так, силушки набрался. Что у нас? Швейный набор есть. Так, окей, 96. Это неплохо, это сойдет. Что у нас тут в плане одежды? Так, весна. Планируется лето. В чем я бегал-то? С камнем грелка, что ли? 6 дней осталось. Ладно, я думаю, мы как-то разберемся. Единственное, что надо, наверное, проверить, как там у нас лусята. Они могут нам проблем подкинуть. Здрасте, кролл. Ты совсем забичевался. Ладно, пусть бичует. Мы пойдем с лусятками-ка познакомимся, что они нас тут мутят. Блин, они тут все жрут, тут гусиха их носится. Неприятный момент этого соседства. Блин, тут две гусихи, ё-моё, и куча. Так вот, так вот, так не надо на меня сейчас агриться. Или тут вообще сколько вас, ребята? Раз, два. Вроде все, да? Ну, так же получается, как в прошлые... Сезон было. Две гусыни матери здесь. Одна еще там, третья мы видели. Повыше будет расположена. Блин, а.
Вот неприятно. И хочется с ними, конечно, как бы, в бой вступить и размотать там, чтобы они нам не мешали. Но с другой стороны, нам надо с пчеломаткой дела как-то уладить. А для того, чтобы с ней еще эффективно бороться, нам надо... Вообще много травы надо. Нам вот этих соломенных шляп надо как минимум парочку. И делать маски на лицо от пчелы. Они, по идее, должны нас защищать гораздо-гораздо лучше, чем, допустим, обычный футбольный шлем. Да? Ё-моё, тут столько лягушек. Вот сейчас бы только бы... Нет, это не лягушачий дождь. Не, они вроде просто вот этих луж спавнятся. Потому что лягушачий дождь, это такое себе тоже довольно геморное событие. И вот еще веток много надо. В принципе, хорошо, что здесь вот эти деревья растут. Крайне полезная штука. Мне поначалу писали, воу, у тебя там веток не будет хватать. Еще какие-то траблы будут. Но вот веток, как бы дефицита я вообще особо не ощущаю. За счет того, что у меня кустов, ну, обычных веточных, не растет практически. А именно, что вот эти деревья. Но вполне себе комфортно собирать. Там по 2-3 ветки валяются под деревом, да. Вот смотрите, 3 вообще. Хорошо же, я думаю, хорошо. Но запас как бы идет. Че напрягаться-то? Окей. Блин, там это... Так они близко с моей базы, а. Вот так близко. Пойдемте еще, кстати, ловушки в норму приведем. А то если сейчас еще кто-то внезапно вдруг заявится. Жди беды. Я, в принципе, подсобрал ресурсиков. А рассудок еще просевший. Блин, придется крыла этого разматывать. Я так думаю. Эх. Что, дурак, что ли? Драться бум. Так. Скрываюсь! Ах ты ж зараза! Ладно, скрывайся. Может, тебя там гуси порвут. Очень-то надо тебя убивать. Если гусева убью, то я вообще не против. Ну его нафиг. Паникер. Что там по паутине? Ну, давай, мы рассудок таким образом апнем. Я же... как их там... О, шапка пасечника. Стопэ. Ага, отлично. А зачем я сделал соломенную шляпу? Что-то мне казалось, что оно как-то участвует в крафте. Что-то по факту нет, да? Давай, 3 шапки пасечника для начала. А там будет видно. Вроде штука должна быть, по идее, профитная. Вот это ты зачем тогда сделана? Ладно, мы это во что-то в дальнейшем тоже, наверное, преобразуем. Здесь у нас еще получается паутина. А вот теперь не так и много паутины. 3 шапки пасечника, это, конечно, мощно. Это, блин, 8 паутины. Зато еще немножечко рассудка подкинули. А, 8 паутины. Окей, я бы еще на лето что-то хотел себе смастерить. Наверное, об этом тоже будет под... Это вот что такое? Просто взял и заспавнился здесь цветочек. Адский. Ты чё? Ничего ни с чем не спутал? А, жди, это моя дополнительная защита. Это моя дополнительная защита, как же, да? Вот здесь вот мы тебя посадим. Будем бегать вокруг. Собаки об это все будут убиваться. Ну ладно, тут, короче, надо что делать? Фармить и пытаться строить этот коридорчик, а потом уже как-то будем, наверное, с пчеломаткой бороться. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.